Сегодня, в преддверии дня освобождения города Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, прокуратура Гомельской области, а также Гомельская областная универсальная библиотека имени Ленина, Гомельский областной музей военной славы, Гомельский дворцово-парковый ансамбль, Государственный архив Гомельской области и Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины открывают уникальный проект под названием «Мы не рабы». Судьбы остарбайтера в документах, письмах и воспоминаниях, созданные по архивным документам свидетельствам граждан, угнанных в годы Великой Отечественной войны, Германию, Австрию, Польшу, Италию, Францию, где они использовались для рабского труда. Данная выставка проходит на базе Дома культуры «Березки» и Центральной библиотеки Гомельского района. Мы все помним. Мы ничего не забыли. Это нужно донести до следующих поколений и напомнить Западу о подневольных рабах XX века.